приветствую всех. Сначала я хотела сказать большое спасибо организаторам проекта Golden Time Talent за то, что дали возможность большому количеству людей показать свое творчество. Я Мария Гончар, родилась в Киеве, сейчас живу в Израиле. У меня был трудный период. Потом, чтобы восстановиться, я занялась творчеством, и это мне очень помогло выйти из трудной психологической ситуации. Рисую я уже 6 лет, и не только занимаюсь живописью, но и другими видами творчества. Леплю из полимерной глины, из цемента, делаю украшения и многое другое. Сейчас, в эпоху искусственного интеллекта, есть вероятность того, что художники обычные, которые пользуются красками, уйдут в прошлое. Поэтому сейчас хочется оставить свое высказывание о текущих событиях. Сегодня я вам хочу представить вот эту картину. И хочу обратить, чтобы вы обратили внимание на ее название, в которое я вложила множество смыслов из нашей истории. Ее название «Разделяй и властвуй». Не буду озвучивать имена, кто нас сейчас разделяет. Их может быть множество из всех моментов истории, не только сейчас. Вот. Когда я услышала известие о том, что началась война, конечно, я была в шоке. И через несколько часов у меня перед глазами появилась идея вот этой картины. И я сразу начала делать набросок. Но потом руки не поднимались, и в течение 2 месяцев я не могла притронуться к холсту. А потом все-таки я взяла себя в руки и понимала, что художник должен закончить свое высказывание, чтобы оно осталось в памяти у людей. Центральное место в этой картине занимает кровоточащая рана. Я пыталась ее сделать наиболее реалистично. Вот запекшаяся кровь, капли крови стекают. Она символизирует боль и страдания украинского народа. Девушка – это символ Украины. Она задает вопрос – за что? Подсолнухи сгоревшие, поле сгоревших подсолнухов. На фоне флага России разрушенные украинские города. Тому. Я надеюсь, что не все россияне все-таки поддерживают войну и в шоке от нее. Символ этого мужчина, он закрыл лицо руками и не в силах что-то изменить. Кроме того, что это картина, я хочу, чтобы она еще была как инсталляция. Для этого каждый человек, который поддерживает мир и хочет, чтобы Украина быстрее восстановилась, чтобы был мир и спокойствие, пусть каждый подойдет и заклеит эту рану вот таким вот образом. И каждый неравнодушный может это сделать. Все. Желаю всем, чтобы у нас был мир и спокойствие, и не было больше войн.